Друзья, выбрались на коп, потихоньку копаем. После дождя очень душно. И вот такую вот уже вырыли ямку. Там что-то лежит интересное. Похоже, траки от танков. Конечно, желательно, если это будут траки от Т-34. Для моделизма хотелось бы посмотреть, как они выглядят после 70 лет лежания в земле. Вот, друзья, такое местечко красивое в лесу. Копаю сакоберку там. Также комрад копает сасечкой. Довольно такая глубокая находка, которую мы еще не выкопали. Вот, друзья, вот такая вот находочка. Сцепка где-то из 8 траков. Жалко, конечно, что это траки не от Т-34. Скорее всего, это от 72-ки. Вот такая вот яма. Люди спрашивают, насколько берет Беркут 5. Монетки он находит с глубины 35-40 сантиметров. Если накрутить чуйку, можно из 45 сантиметров достать крупную медную монету. Ну, а металл берет очень глубоко. Причем сигнал чистый-чистый. Вот такая вот красота. Вот, ребята, такая находочка. Трак. Такой трак весит хорошо, друзья, по металлу. Килограмм, наверное, от 12 до 16. Надо точно взвесить. Но вот сцепка, да, из 10 траков завесила 160 килограмм. Значит, где-то один трак такой весит 16 килограмм. Вот такие приятные находки попадаются. Будем искать дальше. Может, еще найдем что-нибудь вот с такой вот ямки. С глубины сантиметров 50 достали. Вот еще такая шикарная находочка. Такие находки получше всякого клада, друзья. Килограмм 40 только в этой сцепочке будет. И вот зубья от этих траков. Ну, тут немножко кусочки рельсов накопали. Сейчас еще пару сигналов выкопаем. Поедем, заберем еще металл, который нашли. Поедем уже его сдавать. Вот, друзья, еще немного траков. Теперь собираемся, закладываем. Сегодня хорошие находочки. Вот, друзья, взвесили трак. 15 килограмм завесил один трак. Вот так вот. Вроде бы находочка небольшая, а в ней 15 килограмм веса в одном. Ну, сколько уточек, причем утки дикие, людей не боятся, маленькие утята. Ну и подведем итог, итог по копу. Первый завоз у нас был сцепка траков. И так еще немного металла. Завесило 180 килограмм. И вот второй завоз сейчас был. Завесило 240 килограмм.
Вот, друзья, смотрите, за день получилось больше 400 килограмм металла. На этом будем заканчивать, друзья. Всех вам благ. До новых встреч.